сегодня новый день, и мы собрались поехать на нашу фазенду к родителям. Мешалка! Мешалка! Мешалка, да, посмотрите. Семен настолько хочет на море, что как бы уже в кепке. Папа, денежки, и поедем домой! Да, мы оплатили путевки, и в мае мы едем ура-ура на море. Да я об этом... Ура-ура! Ура-ура! Семочка очень-очень хочет, он уже прямо ждет, но я вам об этом позже расскажу. Да, майские праздники, какие-то они в этом году достаточно странные, перенесли, в общем, все. В итоге отдыхаем очень мало как-то. И по сравнению с майскими, которые мы в том году проводили, тоже у родителей на фазенде, то сегодня, конечно, погода не очень. Сырость, слякоть, пасмурно. Но в том году было прикольно, в том году тепло было, мы даже немножко загорали. Блин, мне надо было успеть сегодня заказать солнцезащитное средство на iHerb, а я не успела. Видите, не ловит интернет нифига. Ой, что-то ловит. С легким паром? Видишь, папа весь дымится. Шахка папе. Все. Все. Иди ко мне. Какая шапка, да? Ну, звездочка. Мох там, может быть, нет? Мяско. Мяско? Откуда? А это мяско? Здравствуй, город далекий, провинция. Как вы поняли, к бане я отношусь во время беременности абсолютно нормально. Единственное, я хочу просто сказать, что если вы до этого редко ходили в баню или вообще не ходили, то беременность — это абсолютно не тот период, когда вам стоит начать это делать. Обязательно нужно проконсультироваться с вашим врачом, чтобы у вас не было никаких противопоказаний, чтобы вы себя отлично чувствовали. И тогда можно аккуратненько, не в очень горячую, не в 100 градусов, не в 90, лучше градусов 70-80, тихонечко все. Я сегодня сделала скрабик, сделала сначала массаж варежкой, потом скрабик. Теперь у меня кожица как у Сёмы, такая гладенькая, гладенькая. Свет нет даже. Наших глаз. Покажи мне. Покажи мне. Не, не надо. Покажи мне. Болельщик, кто еще тот? Давай, давай! Так так ты сейчас уже... Давай! Гол, гол! Говори, Данил, давай, Данил! Данил, давай! Забивай! Данил, не был! А что на Вите, Вите, Вите надо помыть! Расскажи мне сказку. Голубок, голубок, от тебя. Я. А ты любишь животик мамин? Голубок, голубок, я тебя. Ты любишь мамин животик? В ребенке увидеть какие-то чего-то не достиг, он в него там вот. У вас было 3 победы. Ну да какая разница, да? Я не могу. Надо играть-то полностью, когда только играет Русь. Пока-пока, наш солнечный домик! Я тут примеряю новинки с цеха, которые привезли. Так забавно, на меня даже налезло платье 44-42. Вот такое вот. Правда, меня обтянуло. Очень непривычно, потому что я привыкла сейчас ходить во всем таком свободном. И тут меня так все обтянуло. Такое вот платьишко. Нежно-розовая ткань джерси.
Как вам? Ну, конечно же, если еще встать на каблучки. На удивление, несмотря на то, что у нас так прохладно и снег, я вообще не мерзну в этом пальто. Это пальто из нашей коллекции Baby Shop, потому что здесь 90% шерсти, и в нем реально очень-очень тепло. Сём, ты машинку-то потеряешь? Ну, а я сейчас расскажу вам, куда мы едем. Мы едем подготавливать нашу новую точку к открытию. Мы решили попробовать розницу у чудо-продукта. И те, кто кировские, они уже, наверное, знают. Я сегодня сниму видео в Инстаграм, выложу с приглашением о том, что мы будем ждать завтра на нашем празднике, на открытии. Обязательно для вас, кто не из Кирова. Я, конечно же, поснимаю все. Вот, для нас это большое событие и большой шаг, потому что, ну, мы решили рискнуть. Здесь как бы либо пан, либо пропал. Либо это работает, либо нет. Точно так же, как и все, наверное, начинающие предприниматели, мы тестируем, смотрим, где и как лучше покупают и приобретают наши продукты. Вот, поэтому решили попробовать. Там все очень красиво. Мальчики все делали сами. И буквально скоро я вам покажу, как мы все это готовим к завтрашнему дню. Сём, как тебе зима? В мае почти. А? Мне кажется, тебе кажется? Мне кажется, что тебе кажется, что ты живешь просто на севере в вечной зиме, да? Mm-hmm. Все. И иногда можно съездить на море, погреться. Маме тоже так кажется. Mm-hmm. Посмотрите, это наши дороги. Ну, причем, кстати, в центре города. Зачем же их чистить от снега? Кто-то. Да, машины откапывают. А снегоуборочные машины, видимо, продали уже. Или не знаю, куда их дели. Ну, как бы нахрен снег убирать. Нормально. Так, кстати. Да. А самое главное... Остает, а самое главное, это то, что полгорода поменяли уже на летнюю резину. Потому что апрель, ё-моё, конец апреля, блин. Смотрите. Наша точечка. Мальчики молодцы, все сами тут делают. Да, как я сказала, вот так выглядит наша точка, еще не до конца установленная. Ребята здесь вообще все это делали сами, выпиливали доски. Вот эти доски заказывали, травку вот эту вырезали. В общем, все-все-все мы полностью делали сами эту точку. И собирали они потом все это, сверлили, крутили. И вот так вот она у нас выглядит. Завтра здесь уже будет красиво, мы оформим все шариками и будет открытие. Пакуем шарики, посмотрите, девчонки нас выручили, они нам в 8 утра надули все шарики. Вот, и мы сейчас едем уже на открытие. Я, если честно, что? Не улетает. Улетает? Я, если честно, очень волнуюсь, я вообще не могу. Лопнул самый красивый шарик. У меня еще Игорь заболел. Короче, полный букет. Понятно, что я волнуюсь, переживаю, как там что пройдет, потому что еще место такое, что это островок. У нас еще там нету стула. Короче, мы будем сегодня целый день 10 часов стоять. Мне кажется, я сегодня умру. В общем, если этот влог не выйдет, то извините. Если камни очень важное мероприятие. Бантик завязать.
мы практически ничего не поснимали. Потому что было очень много народу, очень много. И это не может не радовать. На самом деле, с открытия с 10 утра, с 10 до 11 было огромное количество человек. Мы пытались всех обслужить, всем уделить внимание, всех проконсультировать. И это даже круче, чем мы ожидали. И я еще раз хотела сказать, если вы смотрите, если вы сегодня здесь были, огромное вам за это спасибо. Я искренне люблю каждую из вас и от всей души благодарю. Да, у нас, если честно, очень многие продукты даже закончились. Вот мы сейчас ждем с производства еще масла, еще маски, потому что очень-очень устали, на самом деле. Целый день на ногах, вот сейчас первый раз присели, более-менее меньше народу, да, время уже 4, и вот, если честно, время очень быстро пролетело. При том, что мы здесь с 9 утра, а время 4. Показалось, на самом деле, как будто мы часа 3-4. А еще, смотрите, к нам сегодня на открытие приехал сам Гарик Харламов! Тррррр. Давай, говори что-нибудь, Эдуард Суровый. Я сегодня стесняюсь. Гарик, возьмите бомбочку для своей жены. Все, ништяк, пошел в барвуку.